Белочка, умница какая. Какая ты умница, а? Какая ты умница, какая хорошенькая, какая ты хорошенькая, а? Белочка вовремя прибежала, я как раз кормушки наполнил. Сейчас там полная кормушка, здесь. Какая ты умница, а? Солнце. Голодная белка. Голодная, потому что она съела две половинки грецкого. Обычно перекусывают белочки по-быстрому грецким и кедровые едят. А это ела грецкий. Она голодная, очень голодная. А вот если ты села бы на ладони мне. Не, просто неудобно держать руку. Рука выше плеча. Молодец. Какая ты молодец, а? Какая умница. Ну, вес у нее хороший, кстати. Вес хороший, да. Вес хороший, шерстка хорошая, хвостик пушистый. Молодец какая. Я не знаю, что это за белка, я ее первый раз вижу вообще. Села на ладошку. Вообще я уходил уже отсюда. Я тут всех белок покормил, кормушки наполнил, делать тут мне больше нечего. Уже уходил. А тут такая прелесть прибежала. Какая прелесть, а? Какая хорошенькая. Причем она бегала вокруг меня, боялась. Я, говорит, боюсь я тебя не знакомиться. И вот на ладошке сидит. Какая молодец. Какая ты молодец. Какая ты хорошенькая. Не, она бегала вокруг. Я ей кидал половинки вот чищенные грецкого. Она подбирала, ела. Две штуки она съела. И сейчас одну с ладони. Молодец какая. Две даже с ладони съела. Очень-очень голодная. Ну, сейчас белочкам чуть-чуть попроще. Сейчас температура плюсовая. Не так все это страшно. Кстати, в это время уже белок обычно нету. Зимой. Они все спят. Сидят у себя в дуплах, телевизор смотрят. Хорошенькая какая, какая ты хорошенькая, как и пузик у тебя, интересно, это мальчик или девочка? Похоже, это девочка, она тяжеленькая. Молодец какая.
Она бы гладиться не дала бы. Она, да, на руку села, но гладиться она бы не дала бы. Да? Не дала бы? А может, и дала бы. Солнце. Солнце. Не, я к чему на руку посадил ее? Можно было, конечно, погладить ее, но что-то... А, белка-то с ухом, которая. Она была уже здесь. У нее на ухе там чего-то непонятное. Была, это я, значит, обознался. Что там у тебя на ухе, интересно? Мне, кстати, про эту белку написали, у нее в ухе чего-то. Поймай ее и отвези к ветеринару. Народ, белка такого не переживет. Одно дело на ладошке сидеть, а другое дело в клетку ее. Поймать ее и в клетку посадить. И еще к ветеринару, а потом сюда обратно. И, кстати, непонятно, что он скажет, ветеринар. Скажет, а все нормально у ней? Зачем привезли? А для белки это шок, если она вообще переживет это. Есть еще орешки, да, есть. Есть орешки еще. Ох, какая молодец. Не, ну подожди-ка. Вот, какая умница, а. Ты гладиться даешь или не даешь? А я, говорит, даю, говорит. Даю. А пузико погладит тебя. Хорошая какая. Ох, какая ты красивая. Не скажу, мальчик это или девочка. Я теряюсь. Веревочку понюхать, конечно, надо. Мало ли. Не дам я тебя гладиться, говорит, не дам. Не, подожди, а может, еще будешь орешек? Небольшой кусочек, если дать тебе. А буду, говорит. Я, говорит, буду, да. Вот какая я, говорит, молодец. Молодец какая-то. Молодец. Все убежало. Все, я, говорит, побежала, говорит, не провожайте меня. Дорогу, говорит, найду сама.